В МУМВД России Бугурусланский Оренбургской области поступило сообщение о том, что в районе села Северное на трассе Москва-Челябинск в кювет съехал грузовой автомобиль с фургоном. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые установили, что водитель автотранспортного средства с места происшествия скрылся. По данному факту был собран материал, проводится проверка, возбуждено административное производство. Кроме того, на место происшествия был вызван дрессировщик с города Уфа, который по прибытию установил, что в кузове находятся 5 тигров, которые от ДТП не пострадали. В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают охрану места происшествия, а также решается вопрос о привлечении техники к буксировке фургона из кювета. Кукуся, браво! Вот кука. Браво, кука. Браво. На них направляют. Так, да? Я направляю, кука. Тут. Да, на лапу можно достать? Да, да, да. Кто тут? Бьяна, ты? Испугали тебя. Бьяночка вот. Бьяночка. Белая у нас. Брат, я потом не поднимусь. Давай, давай, поднимемся. Сейчас мы давай. А вот же есть, вот, угу. Вот дальше. Ну это. Неточка. Ай, молодец! Ай, молодец! Ёб твою мать. Ура, ура! Не срыгну. Да они не выберут. Братан, ты стой там. Вот еще дальше. Амурчик. Амур, браво. Амур. Вот Амур. Крышу закрыли Амуру, да? Амур. Браво, Амурчик. Браво. Ай, браво. Вот большой Амур у нас. Скажи, сынок, ну я не виноват, что ты так сидишь. Это водители, пи***цы. И кто еще? И нет, ай, нет, ай, моя красавица. И Амур вот, красавец мой. Это мой красавец. Мой красотусик. И вот, дети, ну завтра, завтра, достанем вас, сказали. Эй, не открывай! Да ничего я не открываю, что ты переживаешь? Я что, ты? Амур большой. Я могу сказать, что полиция, я редко очень сталкиваюсь с полицией, но так получится по жизни. Но полиция сейчас очень оперативна. Там и ПТТ, и полиция, все супер, можно сказать, у нас тоже все. Пацаны, просто рано, чтобы у нас получилось их вытащить за руку. Что нам, раз, Бог, навстречу. Пошел им, вытащить. Так же вот мы, ну, нормально, там, только раскоряченные, а так все, живые, там, все нормально.